принадлежит красота. Да никому она не принадлежит. Она вот, она вселенская, она наша. И мы счастливы, что мы имеем возможность ее выпивать, эту красоту. Красоту танца, красоту кавказского танца. А кому она принадлежит? Ну, пускай там ребята разберутся, а мы уже будем им послушно внимать. Сегодня лезгинку с нами танцует Николай Цискоридзе, Динго Халидов, Рустам Алиев, Дмитрий Парадизов. Расскажите, пожалуйста, все-таки вот лезгинка, когда она появилась? Можно сказать, что этому танцу много тысяч лет. Проникнитесь вот в такую вещь. Люди, народы, которые говорят на разных языках, люди, которые исповедуют разные религии, да, танцуют один и тот же танец. Начиная с Дагестана, да, начиная с лезгин, даргинцев, да, табасаранцев, аварцев и кончая абхазцами на той стороне Кавказского хребта. Некогда, тысячи лет назад, не одно тысячу лет назад, северокавказский суперэтнос говорил на одном языке. То есть адыги и абхазцы, грубо говоря, и дагестанцы, это были родственные этносы, вот как славяне в свое время, да, или индоевропейцы. Потом прошла дивергенция, но та ритуальная практика, те игровые практики, которые сложились много тысяч лет назад, они остались в памяти народа. Танец лезгинка – отголосок древних языческих ритуалов, одним из основных элементов которого был образ орла. Лезги – значит орел. Образ орла воспроизводится танцором, когда он, поднявшись на носки и горделиво раскинув руки крылья, плавно кружит, словно собираясь взлететь. Вот, посмотрите, как пятка поднялась на несколько сантиметров от пола. Это не просто танец, это и игра, это и ритуал, это и некий такой сгусток как бы национального характера. В самом этом танце выражены некие очень важные черты такого древней культуры, социокультуры. Не просто это искусство, а культура. Орлы по сегодняшний день считаются у лезгин священными птицами. Не исключено, что в глубокой древности тот ритуальный танец, который предшествовал лезгинке, исполняли в костюме, украшенном перьями орла. Сегодня костюмы для лезгинки выглядят по-другому. Алла, если говорить о мужском костюме, кавказском, то, конечно, здесь значение имело все. Это и тяжелые условия, это горы, это то есть, географические, я бы так сказал, бесконечные войны, сражения. Поэтому, конечно, применялось, если говорить о материалах, применялись материалы шерстяные, груботканные такие, которые спасали от мороза. А да? Вот почему такая всегда на Кавказе вот подчеркнутая талия на мужских костюмах? Это, наверное, потому что оружие носило здесь, да? До 13 века относительно приталенности кавказского костюма, на их костюм, который они носили до 13 века, огромное влияние оказывала хазарская культура, хазары. И после 13 века они как-то очень самобытно стали в свой костюм вводить, да? Да, развивать, да, и стали в свой костюм вводить те элементы, которые мы сегодня видим. Это вот приталенность. Но в основном подражали знати, у которых были богатые костюмы, это приталенность, поскольку народ
обыкновенный люд носил более удобный костюм для жизни и более удобный для как бы охоты. Все кавказские костюмы практически приталенные, мужские и женские. Много интересного о национальном костюме мы узнали и у участников ансамбля. А вот я смотрю, что у вас здесь нет патрон. Куда они делись? Это на самом деле не патроны, они называются газыри. Газыри. Да, газыри. Это слово пришло из тюркского языка. Обозначает готовый. То есть готовый заряд. Вот здесь вот были готовые, в последнем лежали соль и перец. То есть черкесы ходили в поход, да. А в последнем, чтобы вот тут не попадал дождь, чтобы не намокало, чтобы не царело. Да? А здесь были готовые заряды для мушкетов, для ружей. То есть черкес мог на скаку зубами доставать и стрелять. Шесть восьмых. Вот такой обычный размер лезгинки. Вообще ритм четкий, страстный и очень жесткий. И танцуют это, конечно, люди достаточно темпераментные, но даже в этом ритме слышится такое затаенное, где-то там внутри. Вот оно. Все скрыто, все туда погашено, все собрано внутри, ничего не выплескивается. Все очень страстно, но очень сдержанно. Конечно, такой колоритный танец, как лезгинка, не мог не привлекать композиторов и хореографов. Народная лезгинка попала и в классический балет, и на оперную сцену. Это фрагмент из оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслана Людмила». Вот пример, как классическое академическое искусство видоизменяет народный фольклор. По утверждению историков и этнографов, на то, как и что танцевали разные народы, всегда влияло то, что они ели и что они пили. Конечно, обширна кухня народов Кавказа и сациви, и лобио, и хинкали. Но мы сегодня вместе со знаменитым грузином и знаменитым танцовщиком Николаем Цискоридзе решили приготовить хачапури. Вы будете готовить мингрелский. Мигрельский. Здесь приготовленное тесто. Нету в этом слове. Мигрельский хачапури. Как это делать? Надо немножко руки в муке. А я уже вот так? Сделали, да? Ага. Прекрасно. Теперь это сделаю так же я. Так. Возьмем. Так. Отщипнем тесто. Ага. Сколько надо отщипнуть? Ну, попробуем так. А что делать надо? Кулебяку? Мы должны сюда поместить сыр сулугуни. То есть что? Вот, а вы мне вот расскажите, вот что надо сделать? Это я понимаю, что нужно? Конечный результат какой? Нам нужно слепить такой колобочек. Колобочек. Шарик. Вот как вот это? Да. Все. Потихонечку. Мы с тобой делаем хачапури. Вообще, если бы кто-то из моих родственников увидел, что я готовлю, все были бы удивлены, что я ничего никогда не делаю. Перейдем от кавказской кухни к танцевальной кухне народов Кавказа. Интересно, что у всех народностей Кавказа есть свои разновидности лезгинки. У грузин – ликури или картули, у кабардинцев и адыгейцев – кисламей. В основном движения очень похожи. Ага. Движения очень похожи, просто у каждой национальности есть свой характер. Лезгины, они танцуют совсем по-другому. У них и ритм другой, барабан. Они танцуют, они больше приближены, например, к азербайджанцам. У них ритм идет как азербайджанцев, ага. У лезгинов. Ага. Он больше похож на азербайджанский, на армянский ритм. Ага. А у грузин как? А у грузин идет по-другому. Совсем разное. Движения лезгинки, которые повторяются у всех народов Кавказа, называются общекавказскими движениями. И сейчас вы их увидите. Смотрите. Исполнение кумыков, чеченцев больше грации, больше достоинства. Фигура должна стоять, совсем прямо. Вот так, да.
позвоночник, да? В Дагестане некоторых народов на это не обращают внимания. Я это, кстати, анализирую. Возможно, это влияние как бы ислама, вот ее таких жестких обязательств по части танца, лезгинки. Значит, потом чеченская лезгинка более быстрая, такая темповая. Да, и адыгская, и абхазская тоже. А карачаевская и... Более плавная. Более такая, плавная, да? Более грациозная, ну такая, ну не зажигающая. Если говорить о лезгинке на классической сцене, то, конечно, самое зажигательное, на мой взгляд, в балете Арама Хачатуряна «Гайне». В балете Арама Ильича Хачатуряна целая россыпь великолепных народных танцев. Цитируя народную лезгинку, композитор берет и развивает ее до уровня великолепного, масштабного симфонического звучания. А вот почему так произошло, что русские танцы, украинские танцы, молдавские танцы, они очень большие изменения претерпели в связи с тем, что их поглотили сценические танцы, сценическая редакция этих танцев, сценическое прочтение этих танцев. И так получается, что практически истинно народный танец практически умер, да. А вот лезгинка живет. Вот что это значит? Почему? Как это так произошло? Ну, она же в народе-то живет. Тоже вопрос на засыпку, но скажу так. Кавказ в этом плане очень консервативен. Консервативен в культуре быту, в питании. Консервативен в танцах. И это консервативность в хорошем смысле слова. Этот здоровый консерватизм традиционных кавказских танцев поддерживает государственный, академически заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Данхо Израилов, артист балета, балетмейстер, народный артист СССР. Родился в 1917 году. С 37 по 54 был солистом ансамбля народного танца СССР Игоря Моисеева. В 58 году создает ансамбль народного танца «Лезгинка» и руководит им в течение 20 лет. «Лезгинка» до сих пор самый популярный народный ансамбль в Дагестане, известный на всем постсоветском пространстве. В репертуаре ансамбля не только «Лезгинка», но и такие традиционные танцы Дагестана, как «Ансух», «Гафтар», «Айланай». Я могу вам рассказать, как настоящий хачапури должен приготовить. Я тоже могу. На сковородочке, да? Ни в коем случае. Какая сковородка? Вы что? Это ни с чем не сравнимый вкус хачапури. Да. Это значит, из специальной глины, с какой-то там спецобработкой, делаются такие небольшие сковородки, ну, как сковородочки, такие плошечки. Ага. И вот когда это все делается, значит, оно делается ровно по размеру этой плошечки. Одна плошечка накрывается другой, и это специальными такими щипцами вкладывается в огонь. Ну, во-первых, это все маслом там смазывается, там добавляют какие-то, знаешь, листочки для вкуса, для аромата. Ничего вкуснее в своей жизни я не ел никогда. Я свой хачапури сделала. Он, конечно, похож на большой сибирский пельмень, но... Аллочка, ты как настоящая русская женщина сделала. Не пожалела теперь, ничего. Теперь положи и раскатай. И выбрось это в побойку, то, что нет, ты сделал. Вот это убери. Что ты делаешь? Вот правильно. Это лишнее. Так, это лишнее было. Теперь переворачивай так. И раскатай вот так. Ага. Так, ну, ребята, вон какой. Вот. Вот так. Смотри, как ты здорово делаешь. Еще я видел просто много раз, как это делали. Мужчины и женщины в лезгинке, их роли, образы, манера двигаться, их отношения в танце – одно из ярких впечатлений. Подобных взаимоотношений нет ни в каких других народных танцах. Здесь, если мужчина – орел, то женщина – лебедь, чиста и невинна. Я совсем не покорная женщина, но иногда очень хочется быть покорной. И чтобы мужчина уже наконец оказался сильным и мужественным рядом.
правильно? Мужчина ведет женщину, он рулит ей в танце, он передает свой характер ей, он показывает свою гордыню, он душой танцует, она чувствует его, когда танцует. И если человек не будет чувствовать танец, то этот танец уже не лезгинка. Они должны танцевать вместе, они должны соприкасаться, чувствовать друг друга. Это должно быть в совершенстве сделано, что танец, он смотрелся так красиво, ну, слияние двух душ, скажем так. Самая большая танцевальная особенность лезгинки в том, что мужчина не может дотронуться до женщины. Говорят, в давние времена за нарушение этого закона танца могли и убить. Хотя лезгинка – повод для знакомства мужчины и женщины. Юноша жестом приглашал девушку на танец. И есть движение, когда юноша преграждает дорогу девушке, но при этом он не может ее касаться. Ни в коем случае. Танец воспитывает. Если с детства учить девушек и юношей правильному танцу, правильному поведению с партнером, тому, как себя держат, воспитывается этикет. Некоторые этические нормы тоже закладываются. Ну, сам факт, что если даже тебе очень хочется притронуться к любимой девушке, ты не имеешь права. В танце ты должен сдерживать себя, но одновременно показывать мужество, достоинство. Девушка, целомудрие. Партнер танцует с собственной женой. Он все равно дотронуться до нее не может? Не принят. Не принят. То есть на людях это исключено? Исключено. Руководитель ансамбля признался нам, что как только девушка выходит замуж, она перестает танцевать, по крайней мере, в ансамбле. Я хотел бы обратить ваше внимание, Алла, какая разница между женским и мужским костюмом? Немногие народы имеют такую явную, очень четкую разницу между женским и мужским костюмом. Ой, ох, а это все отдельно. Ой, Алла, сейчас расскажу вам очень интересно об этом костюме. Так. Ну, это та же история. Кавказский потрясающий женский костюм, очень красивый, очень нежный, представленный вот такими рукавами, которые, конечно, для танца вшиты здесь. Но это была, естественно, рубаха, такая вот с такими нежными рукавами, удлиненными, подчеркивающими женственность такую. Это женский головной убор, без которого женский кавказский костюм был невозможен. Померяю. Давайте. Очень хочется. Так, так. Побольше можно. Побольше? Здесь точного названия головного убора нет. Его не сохранилось, поэтому, в принципе, применяется такое современное к нему название. Это шапочка. Просто вот такая головной убор, шапочка женская. А вот это? Что потрясающий это за платок? Платок, который здесь, конечно, как для танцевального костюма, пришит к головному убору для удобства. Как в основном называется этот материал? Это эксельсиор. Вот, Алла, о платке хочется сказать отдельно, потому что платок, мало того, что он был невероятно женственный такой деталью в этом очень женском костюме, потому что кавказский именно женский костюм, он очень женственен. Были такие временные периоды в женском костюме, когда он очень походил на мужской. Было верхнее запашное платье, очень похожее на черкеску. Женщины надевали брюки, рубахи до бедер. Дим, ну вот тут я вижу какие-то совсем особого кроя штаны, очень интересные. И вообще вот этот костюм какой-то так отличается от этого, да? Отличается, это, хотя это Кавказ, но это мы знаем, что это Северный Кавказ, это Закавказье. Но это очень интересный костюм, потому что это грузинский аджарский костюм. И аджары – это такая часть каста грузинского общества, которая находилась очень долго под влиянием Турции. И в этом костюме мы видим турецкие такие мотивы. Очень интересные головной убор, да. Хотя многие называют его башлыком, на самом деле он назывался кабалах. Башлык в основном это было название головного убора Северного Кавказа. Этот головной убор называется башлык. Uh-huh. Башлык. Черкесы, можно, это на самом деле сценический вариант, упрощенный. То есть для того, для практичности, он удобно, быстро завязывается. А я сейчас покажу вам, какой он на самом деле. Он на самом деле вот такой.
Этот головной убор использовали адыги, абхазы. Да? Они в сухую погоду носили его вот так. Я просто помогаю чуть-чуть. Да, они носили его вот так. Если начинался дождь, то есть им нужно было укрыть свою голову от дождя, они его снимали и одевали, как на мне вот этот чулок. То есть они могли его одеть, сверху папахи. Есть способ, как его завязывать сверху папахи. Есть как без папахи, вот как на мне, да. И вот такую функцию выполнял башлык. У длинные волосы у папахи это точно то же самое, как и бурка, да? Вот зимой оно греет голову, летом, когда жарко, оно дает тень. И исходя из этого, в высокогорных селах одевали такие папахи. На Кавказе папаха – это честь и достоинство мужчины. Сбить папаху – значит оскорбить, а подарить папаху – значит побрататься. Невозможно представить традиционный кавказский костюм без оружия. Мужской костюм без оружия представить себе сложно, кавказский. Безусловно, оружие имело огромное значение. При этом даже самые низкие слои населения, самые бедные, имеется в виду, не мог мужчина быть даже вот без, хотя бы без кинжала. Понятно, что оружие имело свою историю, богатую историю. Это оружие прикреплялось к поясу, ременный пояс, который мог быть с чеканными такими деталями, очень богато отделанный. К этому поясу крепились уже кавказское оружие, которое, конечно, было очень разнообразным. Есть целая история кавказского оружия. Оружие было настолько разнообразным, что это разговор для отдельной программы. Скажу только, что кинжал мужчины начинали носить с 17-19 лет, никогда не снимали его даже в доме, а использовали не только как оружие, но и по хозяйству, рубка хвороста, забой скота. Во время танцев могли стрелять в пол рядом со своей партнершей, танцевали, взяв в зубы обнаженный клинок кинжала. В самой лезгинке танцы оружие не использовалось. Не использовалось, нет. А в наших танцах есть. Есть такие казбековские танцы, которые с саблями танцуют, с кинжалами бросают. Боевые элементы, их очень трудно запоминать. И в основном люди боятся поранить руки или что-то. Поэтому с настоящим оружием. Поэтому на данный момент я такую работу я им не даю. Просто-напросто. Конечно, самый известный ансамбль народных танцев Кавказа – это ансамбль Сухишвили-Рамишвили. Илья Сухишвили – народный артист СССР. С 26 года в труппе Тифлисского театра оперы и балета, с 28-го – ведущий танцовщик театра. Балетмейстер, занимается постановкой грузинских танцев в известных оперных спектаклях. В 45-м году вместе с супругой, народной артисткой СССР Нино Рамишвили, создает ансамбль народного танца Грузии, до сих пор известный как ансамбль Сухишвили-Рамишвили. Вообще, мы, наверное, все настолько уже перемешаны, столько в наших, как в нашей крови, и этой крови, и той, и украинцы, и русские, и молдаване, и грузины, и все, что вот это вот на каком-то генетическом уровне ты начинаешь, и тебе это в кайф, и тебе это нравится, и ты получаешь от этого удовольствие. Казалось бы, боже мой, где Дагестан, а где я, Алла Сигалова? Нет, мне с ними хорошо. Я с удовольствием в этом принимаю участие. Хачапури, хачапури. Это хачапури, которые испекли вы, Аллочка, с буковкой А. Это я, да? Это ваш, Коля, хачапури. Спасибо. А это наш. Ваш цел какой-то приличненький, в отличие от наших. А у тебя получился как аджарский. Смотри, просто у тебя формочка другая. Да. Может, ты аджарка, Алка? Может быть. Давай будем пробовать. Нет, вкусно. Пошли, выходи. Рам-пам-драм-пам-пам-пам-пам. Заворачивай. Ну все, мы все сделали. В Дагестане только начинает играть музыка. У людей ноги сами танцуют. Хочет он, не хочет. Он сидит, они сами дергаются под столом. И есть много, да, и все-таки же есть люди стеснительные, правильно? Да, конечно. Но в любом случае он за столом сидит, но ноги у него дергаться начинают. Хочешь, не хочешь. И вот это желание само танцевать, оно все равно в один прекрасный день, оно вытащит его. Это он уже сам собой ничего не сможет поделать, она его вытащит. И вот это называется лезгинки, это называется дух наш. Это то же самое происходит и у чеченцев, и у ингушей, и у дагестанцев, потому что это наш
родной танец. Наверное, женщины не должны вот так вот смотреть глаза в глаза, как я это делаю сейчас в танце с Муратом. Наверное, женщины все-таки должны. Но моя динамика, мой темперамент не дает возможности просто так нежно ползти рядом с мужчиной. А чего вы закончили?